В Сургуте в рамках празднования Дня лицеиста провели ежегодный конкурс «Лицейское братство» среди учеников такого рода образовательных организаций. Первое подобное заведение в нашей стране открыли еще в 1811 году. С того времени дату и отмечают. Какая ответственность лежит на плечах лицеистов и есть ли на самом деле такое братство, расскажет Анастасия Петрова. День лицеиста – профессиональный праздник учащихся этого вида образовательных заведений. 19 октября неразрывно связано с днем открытия первого в России царско-сельского лицея. Основан он был в 1811 по указу Александра I. Изначально учебное заведение предназначалось для детей из дворянских семей. Обучались они, к слову, всего 6 лет. Изучали русский язык, несколько иностранных, физико-математические предметы, музыку, рисование, чистописание, этику, логику и правовые науки. Эти предметы готовили ребят к государственной службе. Спустя время в лицее смогли учиться и другие дети. Но груз ответственности с них не снимали. Прилежание и любознательность – самые главные их качества по сей день. Так считает и ученица лицея имени генерал-майора Хисматуллина. На самом деле статус лицеиста дает такую ответственность, которая чувствуется каждый день. Лицеист, он всегда находится в поле зрения как педагогов, так и за пределами учебного заведения. То есть нас видно сразу на каких-то городских мероприятиях. Мы показываем себя с самой лучшей стороны. Я победитель фестиваля творческих открытий инициатив Леонардо, который проводился в Москве, защищала свою научную работу. Также я являюсь победителем окружного конкурса избирательной системы к 30-летию. Также я являюсь младшим вице-сержантом и заместителем президента лицея. Порой ребятам бывает трудно успевать все. Приходится нередко отказывать себе в удовольствии погулять с друзьями. Но звание лицеиста предполагает такие уступки. По сей день такие ученики являются примером для других школьников. На самом деле, из-за того, что я очень люблю свою деятельность, мне достаточно легко это дается. Конечно, есть такие неопределенные трудности по времени. Хочется где-то встретиться с друзьями, где-то пойти погулять, но ты понимаешь, что тебе нужно готовиться к завтрашнему дню, к мероприятию, как сегодня. И это, конечно, накладывает определенный груз ответственности, но я справляюсь. В Сургуте, к слову, 6 лицеев. Все они между собой дружат и создают своего рода сообщество. Ежегодно соревнуются в том, где учатся самые лучшие, в конкурсе «Лицейское братство». Команда-победитель забирает кубок, который хранится в учебном заведении, до следующих состязаний. В этом году на базе лицея имени генерал-майора Василия Хисматуллина ученики собирали карту России, проверяли меткость в стрельбе и знания истории. В прошлом году мы собирались на площадке Сургутского естественно-научного лицея. Именно команда лицея стала инициатором создания такого конкурса городского. И по итогам его было принято решение, что та команда, которая побеждает, становится в этом году обладателем Кубка «Лицейское братство». Соответственно, в следующем году принимает на своей базе, значит, эти конкурсные мероприятия. Ребята с гордостью носят звание лицеистов до самого выпуска. А учителя продолжают воспитывать новое поколение учащихся. Прививают ценности тех, кто стоял у основания подобных образовательных учреждений. И подчеркивают, что именно лицей – настоящая школа жизни. Анастасия Петрова, Денис Зонов, Сургут, 24.